шахматном клубе баскетбольного центра «Химки» прошел открытый новогодний турнир среди воспитанников спортивной школы «Виктория». Ребята от 7 до 14 лет продемонстрировали способности логического мышления в борьбе за очередные спортивные разряды. Шахматы, я считаю, дают очень много. Они способствуют и укреплению памяти, и способности анализировать ситуацию, просчитывать ходы несколько ходов вперед. Это помогает и в жизни. Если ребенок занимается шахматами, он, как правило, успешный в школе. Традиционный турнир провели в рамках партийного проекта «Единой России. Детский спорт». Городской округ Химки – это считается как бы вот, ну, центр спорта в Московской области. Почему? Да потому что у нас есть и массовый спорт. У нас есть серия, линейка спортивных школ, клубов, профессиональные клубы есть. В канун Нового года всем жителям, деткам рекомендую: занимайтесь спортом. Любите спорт, живите спортом. Новогодние и многие другие турниры шахматного клуба, которые проходят в течение года, являются официальными. Все результаты будут занесены в рейтинг Федерации шахмат России. Это мотивирует детей развивать свои навыки и профессионально расти в интеллектуальном виде спорта. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.